для случая любой фигуры. Расскажите, как делать для любой фигуры. А можно попытаться сделать универсальную покрышку. Что это такое? При некотором диаметре могут покрыть любую фигуру такого диаметра. И суметь ее разрезать на три части меньшего, чем наша величина диаметра, да? Замечательно. Что у тебя будет в качестве такой покрышки? Шестиугольник. Какой шестиугольник? Правильный шестиугольник. Да, это будет правильный шестиугольник, которого угол будет 120 градусов. Ну нет, у любого правильного шестиугольника угол 120 градусов. Но какие у него будут размеры? Если диаметр D, то какие будут размеры у этого шестиугольника? То расстояние между двумя параллельными линиями будет не больше, чем D. Она будет просто равна D. Ой, вообще-то будет просто равно. Она будет просто равна D. Да. Рисуйте нормальный правильный шестиугольник. В центре доски, смотрите, кольную вот эту, нарисуйте нормальный правильный шестиугольник. Угу. И покажите, как вы его резать будете. Резать мы будем вот так вот. То есть на три стороны опустить перпендикуляр. Отлично. Почему у этой фигуры диаметр будет меньше, чем расстояние между параллельными сторонами шестиугольника? Потому что... И вообще, где там диаметр? Диаметр – это самый большой отрезок. Да. На этой картинке где он? Он что-то проводил. Он должен быть вот между вот этими двумя вещами. Да. Ну, да, покажите. Да. И почему же он будет маленьким? Да. Меньше, чем расстояние между параллельными сторонами. А, потому что продолжим этот отрезок. Да. Тут будет ровное. То есть, соответственно, тут будет образован треугольник. И здесь будет по 90 градусов. Почему? Да, вот так. Сейчас, быстрее. Прямоугольник, значит, квадратик. Значит, во-первых, вот если посмотреть на эту трапецию, то мы знаем, что у шестиугольника угол 120 градусов. Да, конечно. Соответственно, у нее входит два таких угла. Значит, у нас оставшиеся два угла, они между собой равны, и каждый из них равен 60 градусов. Ну да, если 120, то 60, конечно. Так, даже можно было не так сказать, а можно было сказать так, что если... Ну и там внизу 30. Если ну да. Ну, можно еще было по-другому сказать, что... Потому что остается уже достаточно. 60 таких, как 90, значит, остается 90. Да. Да, хорошо. А еще как хотели? Что угол, опирающийся на диаметр, равен 90 градусов. Ну и где здесь диаметр? Это будет весь этот. Вот это. Ну, нарисуйте эту окружность. Коль не стоит. Коль не стоит. Лучше не пытаться. Кстати, это интересная окружность. Это на самом деле же называется окружность, вписанная в шестиугольник. Да. Ее, между прочим, не так уж и трудно нарисовать. С радиусом. Надо взять середину сторон шестиугольника. С радиусом. Не надо их отмечать так. Это надо мысленно для себя взять. Да. И провести окружность ровно-ровно через эти шесть точек. Вот там, где вы сейчас только что сделали, исправьте. Вот, смотрите, да. И постарайтесь нарисовать окружность ровно и красиво. Да, совершенно верно. Вписанная окружность шестиугольника, а треугольник, о котором сейчас у нас речь, как раз действительно угол опирается на диаметр. Видно теперь? Так, и почему же наш отрезок меньше, чем расстояние между параллельными сторонами правильного шестиугольника? Ну, потому что вот это у нас диаметр. И этот треугольник, он прямоугольный. И здесь этот диаметр, он будет... Гипотенуза прямоугольного треугольника. Она больше, чем любое качество. Отлично. Гипотенуза прямоугольного треугольника больше, чем качество. Да. Ну, теперь осталось, собственно, самое интересное. Как резать правильный шестиугольник, мы поняли. Теперь надо все стереть и объяснить, почему же он является той самой покрышкой.
Эта вещь действительно красивая. Вот как это понять? Параллелограмм? Это, да, это потрясающе красивая конструкция. Коля, давай-ка ты поручи Никите рисовать. Хорошо? Возьмем две параллельные прямые. Нет, такая фигура, например, надо рисовать сначала. Там, где-то там у нас фигура. Да. Во-вторых, прямую постарайтесь, чтобы она у вас не сбилась. Она у вас уже сбилась. Что если все сотрите, вы лучше потратите чуть-чуть больше времени, но чтобы красиво получилось. Итак, во-первых, нарисуйте фигуру. Нет, черт, ну не надо лезть туда, где вы уже не можете рисовать. Пусть она будет немножко поменьше, но зато вы нарисовать все сможете. Да, да. Просто нарисуйте какую-то фигуру. Такой произвольной формы. Что-нибудь. Бяку, закаляку, любимую собяку. Ну, нет, ну не такую точно. Совсем любую фигуру. Коля, у тебя фантазия больше на это будет. Кстати, ничего плохого. Да, фигура и фигура. Вот, у нее есть какой-то там диаметр. Да. Да. Что вы дальше будете делать? Так, дальше мы будем втискивать между прямыми. Мы сначала вот... Придем прямую тут. Абсолютно произвольную прямую. Прямую, да. Да. И мы будем двигать параллельно относительно себя же. То есть мы будем вот так все двигать, и при каждом сдвиге она остается. До тех пор, пока можно. Да, до тех пор, пока можно. В какой-то момент упрется. Нарисуйте положение, в котором она упрется. Так, все понятно? Это называется опорная прямая. Да. Ну там где-то там точечка, да, это может быть чуть-чуть поближе. Ну, в общем, предположим, что она там где-то уперлась. Ну, да. Дальше. Так. Дальше мы вот с этой стороны. Мы проводим. Извините, мы еще забыли параллельно с другой стороны. А, мы да. с одной стороны зажали. Ну, а... Соответственно, ну сразу можно. Да, конечно. Вот так. Ну, нет, у нас фигура все-таки как-то совсем уж из вас перемещик плохой. Зажмите ее по-настоящему, чтобы не зеркалось. Вот, отлично, да. И там все-таки вверху тоже покажите, что нам это уперлось. Нет, стирать прямую не надо, можно фигуру чуть-чуть. Да, отправьте ее. Да, вот так. Замечательно. Замечательно. Да. Дальше мы снизу будем проводить перпендикулярную прямую. Это 120 градусов. Вся эта идея не в том, что... Когда перпендикулярно не получится. Сейчас, да, мы будем проводить прямую по 120 градусов. Ребят, объясняю почему. Если перпендикулярно проведем, то у нас получится прямоугольник, у которого стороны не больше, чем D, где D диаметр фигуры. Но, к сожалению, квадрат со стороной D нельзя разрезать на два куска, у которого диаметр меньше, чем D. Поэтому фигура нужна, вот именно тот самый шестиугольник. А чтобы получился шестиугольник, надо проводить не под 90 градусов, под сколько? Под 120. Ну, под 120, под 60, да. Как хотите, называйте, да. Так. Ну, постарайтесь. Ну, так. Будем считать, что это 120 градусов, да. Давайте. Ну, нормально, более-менее реалистично. Есть. Да, конечно. Сразу опорную прямую рисуйте, пожалуйста. Ну как, вы же опять проводите произвольно сначала прямую, потом начинаете ее двигать до того момента, когда она... Нет, ну еще раз, нам нужна опорная прямая. Вы нарисовали слишком много места оставили. Ну вот тут? Да, конечно. До того... Нет, ну нельзя. Вот сейчас замечательно. И вторую прямую с другой стороны, то же самое, пожалуйста, передвиньте. Вы сначала проведите параллельно ей, а потом сотрите. Так, отлично, сотрите теперь уже ненужную. Ребята, все понимают, что у нас получилось. Правда, на картинке, к сожалению, получился почти ромб. А на самом деле... Это должен быть параллелограмм, который... Он не обязан быть ромбом. Да. Нарисуйте, пожалуйста, отдельно, не являющийся ромбом, параллелограмм с углом 120 градусов. Чтобы народ просто понял, что так бывает. Хорошо.
Только можно просто, нет. Вот отдельно на картинке, на правой картине, вот перед вами доска чистая. Нарисуйте очевидно не являющийся ромбом параллелограмм с углом 120 градусов. Никакое. Направление сторон не надо менять. Вот как она у вас есть прямая, так она должна быть. Надо поменять расстояние между прямыми. Ну зачем вы так перекашиваете? Посмотрите, как у вас реально. У вас прямая была гораздо более вертикальная, да, чем вы сейчас рисуете. Так, отлично. Вот, совершенно верно. И дальше. Дальше давайте. Поднимаемся. Да, почти вертикально, но параллельно той. Ну, ну перебор. Вот этот. Слишком длинный отрезок, да. И теперь параллельно этой. Все понимают, что это вовсе не ромб. Параллелограмм, да, вот угол 120 градусов здесь запросто может быть, правда? Да. Так, и давайте впишите вот в эту фигуру какую-нибудь такую же бяку за коляку. А. Типа той, что Коля нарисовал, да? Нет, так не бывает. Уж если опорные прямые, то опорные. Да. Она должна Кажется? До каждой из этих прямых, что называется, дойти. До этого. Да. Так, так, и здесь тоже. Она не обязательно выпуклая, совершенно верно. Все поняли, о чем мы разговор, да? Хорошо. Это мы нарисовали 4 опорные прямые. Да. Теперь возвращаемся на центральную картинку. Так, дальше мы должны провести биссектрису. Ну, не должны, а в нашем доказательстве. Да, в нашем доказательстве. Мы берем еще третье направление. Да. Есть два направления под 60 градусов, да, ну или если угодно под 120. Вы понимаете, что 60 и 120 дополнительно, да, до 180 углы. И вот. Итак, берите, пожалуйста, прямую. Это. Да, да, да. Да, вот так вот, биссектрису, да? Да. И ее начинаете двигать. Да, ее начинаем двигать. Рисуйте. А, ну да, сначала рисую. Ну, не надо несколько приемов. Хотя, может, и несколько приемов. Да, подвинул стоять. Недостаточно. Давай, двигай дальше. Нет, не стирать не надо. Двигай дальше. Вот, до того момента, как коснется. Вот, отлично. Кстати, она не обязана в одной точке коснуться, может, в нескольких. Да. Да, замечательно. И снизу. И снизу то же самое, да. Параллельно этой прямой проводится... Не, а что, направление-то у нас уже и так есть, да. Надо параллельно вон, да, провести. Отлично. Обратите внимание, у нас уже возник шестиугольник. Так, теперь будьте добры на правой картинке. Да. Аналогично конструкцию. Биссектриса, биссектриса, да. Направление понятное. Так. Угу. И снизу. Только нет, если можно поставить, тоже, чтобы снизу расстояние было не равно. Можете пяху изменить, но дело в том, что не обязательно штаб. Я говорю о том, что расстояние между прямой, которую вы сейчас проведете. А. Ну. А. Коля, ты понимаешь, что я сейчас говорю? Угу. Ну, сейчас объясни ему. Ну вот. Что было тут? Ну да, но я тут поменьше. Я помнишь, X и Y. Да, помню. Так, да, и, ну вот практически одинаково получилось. Вы просто можете изменить фигуру немножко. Я говорю, почему вы считаете ее такой священной? Ну, то есть, закаляйте, нарисуйте ей хвостик какой-нибудь, я не знаю, который вниз пойдет, да, посильнее. И тогда будет понятно, да, вот он зашел сюда, да. Ребята, понятная идея? Что мы когда идем, мы же не знаем, как фигура устроена, да. Вот так. И здесь может быть совсем маленький, да, след от предыдущей параллельной прямой там вот смешается. Смотрите, Коль, подойди, смотри, все лишнее. Это еще там внутри фигуры, да, вот это. Вот, теперь у нас фигура замечательная. Так, и что? Здесь так, получилось да. Одно расстояние, там другое. Мы сейчас видим, что они могут быть разными. Да, тут мы двигали на величину x. Отлично, пишем x. А тут мы двигали на величину y. Так, ребята, понятно, что x и y это какие-то числа.
Да. Какие-то там неотрицательные числа. И да. Нас теперь интересует величина x минус y. X минус y. То есть обозначим минус z. Ну не важно, как ее обозначим. Важно, что нас действительно интересует разность этих чисел. X и y. Так, ребят, какой буквой она обозначена и обозначена ли она вообще? Надеюсь, все понимают, что не важно. Да, это не важно. А вот важно, что мы рассматриваем разность этих чисел. И что? В какой-то момент она идет через ноль. Почему? Ну, и вот... что такое в какой-то момент? Пока что у нас есть единственная картинка, и на этой картинке у нас какая-то разность. Поворот на 180 градусов. Да, точно, поворот на 0. А что мы будем поворачивать? Мы повернем каждый отрезок на 180 градусов. Да, не понимаю. Тогда вот что ты сейчас будешь поворачивать и где? Вот этот перейдет сюда. Не понимаю. Прямые пути. Мы возьмем отрезки. Мы возьмем каждый отрезок и одновременно будем их на 180 градусов. Что ты будешь на 180 градусов? Каждый отрезок одновременно. Ты же глагол не произнес. Поверну. Вот. Наконец-то произнесен глагол. Поворот. Будем поворачивать. Да, поворачивать все. Что? Отрезки. Ну, если честно, не отрезки. Да. Просто прямые вот эти. Исходную прямую, с которой все это началось. Кстати, покажите, пожалуйста, с какой прямой все это началось? Никит. С этой. Нет. Никит, покажите на центральном чертеже, с какой прямой вся эта история вообще началась. Совершенно верно. У нас была прямая, самая-самая первая. Уже потом к ней возникла прямая под 120 градусов. Уже потом возникло третье направление и так далее, да? Да. Итак, что мы сейчас будем вращать? Вот эту прямую будем вращать. Тогда вот этот отрезок перейдет. К каждому положению этой прямой возникают все остальные прямые и весь шестиугольник, да. Правильно? И мы будем потихонечку, медленно поворачивать эту прямую. Да, на 180 градусов. Да, тогда... повернем ее в конце концов на 180 градусов и при этом что? Вот эта прямая перейдет в эту, эта перейдет в эту, вот эта прямая перейдет вот в эту прямую, вот эта прямая поняли перейдет идею? В эту прямую. Они поменяются местами. Да, и тогда z будет, соответственно, перейдет да. y минус x. Да. Потому что x перейдет в y. Минус z все равно y минус x. При повороте на 180 градусов x минус y перейдет. Как ни странно, в y минус x. Да. Но y минус x – это величина строго обратного знака. Поэтому, если была положительная, то станет отрицательная. Да. И значит, в процессе этой работы, а есть такая промежуточная теорема о промежуточном значении. Да. Да. В какой-то момент будет ноль. Если у нас непрерывная функция, да. Разумеется, мы с вами сейчас доказательства не разбираем, но в общем в старших классах разберете. Вот если есть непрерывная функция, которая была положительная, а потом она же стала отрицательной, то обязательно она в какой-то момент перейдет через ноль. Вот. Значит, возникнет момент, когда x равен y. Да. И вот в этот момент вот это будет равен шестиугольник. Нет, неправда. Это будет всего лишь параллелограмм. Так, Никита, третья картинка. Надо сейчас Колю из его угла убрать. Там нарисовать тот же самый параллелограмм, но чтобы x уже равнялся y. То есть ровно ту же самую картинку, только вместо y берете величину, которая x. Да. Хорошо. И дальше будем думать. Да. Те самые 120 градусов, да. Так, ребята, все понимают, что происходит? На самом деле, жутко некрасиво. До завершения доказательства осталось совсем чуть-чуть. Итак, проводится прямая вот нужного нам направления. Смотрите. Так, нет. Так, сейчас. Она, кстати, будет отрезать односторонний треугольник, поэтому прицелиться легко. Она отрезает односторонний треугольник. Просто отрезайте односторонний треугольник и все. Нет, господи. Ну неужели он односторонний на глаз, если? Надо отрезать односторонний треугольник. Да, примерно так. И ровно такой же надо отрезать снизу. У вас получился побольше, конечно, если можно. Вот,
Вот сейчас идеально. Господа, что это за шестиугольник получился? У него есть определение. Но все стороны параллельны. Противоположные. Вот. Противоположные стороны параллельны. Но это было и когда x не равнялось y. Да. А каким свойством он у нас замечательным обладает? Не все. Чего мы добились? Стороны равны. Что? Не у всех противоположные стороны равны и параллельны. Противоположные стороны равны и параллельны. Значит, он обладает центром симметрии. Господа, у параллелограмма центр симметрии был? Был. Вообще, у любого параллелограмма есть центр симметрии. А мы отрезали симметричные треугольники. Давайте-ка проведите диагональ параллелограмма. Да-да-да, все правильно. Прямо так. Так, и другую диагональ. Господа, вот эта вот точка, которая там возникла в пересечении, и есть центр симметрии параллелограмма. Так, теперь надо понять очень простую вещь, что направления наших прямых уже такие, как надо. Помните, там 120, биссектриса, то есть в смысле углов, все величины углов какие? 120 раз. У нашего шестиугольника все величины углов 120 раз. Заштрихуйте его, чтобы было понятно вообще, о чем разговор. Речь идет вот об этом шестиугольнике. Да-да-да-да-да. Вот, у него все величины углов 120 градусов. Так, чему расстояние между его противоположными сторонами равно? Она равна вот этой... Не, не, секунду. Расстояние между противоположными сторонами может быть больше, чем диаметр исходной фигуры? Или нет? Нет, не может. Нет. Почему? Потому что исходная фигура упиралась в эти... Вот, а если у нас что-то упирается... Так, набейте с коллеги, покажите, пожалуйста. Вот у нас упиралось здесь и здесь, и значит проведи диаметр. Диаметр? Исходная фигура. Исходная фигура? Ну типа такой, да? А расстояние между параллельными прямыми, значит, было еще меньше. Ну, меньше или равно. Mm-hmm. Значит, расстояние между параллельными этими прямыми не больше d. Да, больше нет. Так, и как же его превратить в такой шестиугольник? Можно взять его в несколько раз увеличить. Не в несколько раз, а раздвинуть. Я раздвигаю вот так. И потом сдвигаем вот так. С каждой парой параллельных прямых надо сделать одно и то же. Раздвинуть симметрично, чтобы симметрия осталась, а расстояние стало бы равно d. А некоторые сдвинуть? Нет. Нет. А, да. Расстояния были везде не больше, чем d. Да. Поэтому нет, сдвигать нельзя категорически, потому что покрышкой является только вот этот вот параллелограмм с отрезанными треугольниками. Естественно, сдвигать ни в коем случае. Да. Господа... Доказательство завершили или нет? Да. Должно. Все помнят? Если взяли шестиугольник правильный, у которого расстояние между параллельными прямыми равно d, то помните, как мы его резали? Давайте нарисую. Давай, нарисуй. Сейчас видно, что они забыли. Неужели забыли, как разрезать? Ну, правильный, вот показывали картинку. Это как круг делить на три равных части. А? Перпендикуляры, да. Из центра на три стороны, взятые через одну. Это правда, чуть кривая. Вот. Чуть-чуть. Это перпендикуляры. Да. Вспомнили?